Всем привет! С вами Ольга Чернова со своими краткими видеообзорами разных сортов перца, потому что посевы перца мы делаем обычно, производим раньше посевов томатов. Вот я решила исправить свою ошибку, что мало перцев вам рассказала. Сегодня буду продолжать. Вот перец Галатея. Если перед этим был перец факир, у которого 90 дней всего лишь вегетационный период, то здесь мы читаем: среднеранний 115-126 дней. Обильно плодоносящий сорт для открытого грунта и временных пленочных укрытий. Куст среднеспелый, высотой 45-60 см. Плоды конусовидные и призмовидные, широкие, крупные, с легкой ребристостью. Толщина стенки 6 мм. В фазе технической спелости перцы светло-зеленые, в биологической желтые. Сочные, сладкие, очень вкусные. Масса плода 110-120 грамм. Ценность сорта – отличные вкусовые и технологические качества, выносливость к болезням, дружное созревание, предназначен, ну, для любой предназначен. Что самое главное, что хочу я вам здесь отметить, что перцы, сейчас тут возьму второй, что факир, что галатея, вы заметили, что у них указан почти одинаковый вес. Здесь 100 грамм, здесь 110-120 грамм. Но у них очень большая разница в сроках созревания. Здесь 90-100 дней, а здесь 115-126 дней. 126, это чтобы вы понимали, это 4 месяца со дня всходов, даже больше 4 месяцев, до созревания. Если здесь 3, то здесь 4. Целый месяц разницы. О чем это говорит? Это говорит о том, что если у вас лето коротковатое, если у вас прохладненько, то вам все-таки вот такие скороспелые сорта больше подойдут. Если вы можете создать комфортные условия, например, у вас есть теплица, вы можете посадить пораньше перец, и лето у вас подольше, то вот этот прекрасный перец Галатея вам идеально подойдет. Но его, хоть он здесь и написан как среднеранний, он будет очень долго, 4 месяца вы будете ждать, когда вот он созреет. Это перец Галатея. Но он возьмет вкусом вот то, что у него толстая стеночка 6 мм. Кто-то очень любит желтые сорта. Хорошая у него, сейчас скажу, тут не указано. У него хорошая урожайность. Так что кому-то и сорт Галатея понравится. Пробовать нужно разные сорта. Потом, может быть, из-за того, что вам сорт этот очень-очень понравится, ради этого, может быть, купите, поставите отдельную теплицу. До свидания. С вами была Ольга Чернова с обзором сорта сладкого перца Галатея.